Всем привет! Вы на канале Mist & Play, и мы продолжаем School бегать. Благо, сохранение здесь сработало. О, это наш чувак плюющийся. Я не знаю, блин, мне... Я боюсь, то, что я просру вот эти черепушки, особенно вот этого. Так, у нас нету костей, так что нам надо идти дальше. Ну, погнали, разберемся по ходу. Есть лист, так. Ай, ты здесь спрятался. О, курва. Блять. Блин, я пугаюсь своего же этого. Тут просто такая плацдарм был. Так, но здесь выбора нету. Куда? Так, как бы его сделать? Вот так можно сделать. Ну и пусть их там ролика расстреливает. Можно сделать вот так сейчас. Блин, теряю. Как ты меня зацепил? О, огр! Ты что будешь нам давать? Спасибо, ты спас меня. Они плохой. Разрушить наш замок, украсть мои вещи. Моя не знать, как они сюда попали. Это не замок короля демонов, это королевский замок. Моя не знать, где король демонов и где мои вещи. Король демонов знать, где мои вещи. Наверное, спасти его, скелетик. И вернись в замок короля демонов. Обещать? С моими вещами, конечно. Реально барыга. Продаю. А что? Бананы. Угу. Людей. Шучу, не бананы. С моими вещами, с хера ли я с твоими? Эти статуи выглядят дорого. Мы взять одну с собой, когда уходить. Здесь красиво. Моя хотеть здесь жить. Здесь красиво. А, ну я думал, еще что-нибудь будет. Гнившее сердце при получении удара отправляет врагов поблизости. Возьмем так. А здесь уже выбор пошел, да? Ну давайте пойдем, не пойдем в зеленое, раз первые были такие, пойдем сюда. Блин, нет. Ты
Блять. Я увернулся. Тут еще появляются. Нихера себе, а тут подпрыгивать можно. Давайтесь, нас орда! А насрать! Блин, мне надо наверху их убить. Успею. Успел. Ну, вроде нормально, хотя, блин, хпшек потеряли много, 37 хпшек осталось. Увеличивает магическую атаку. Так, это сразу на босса, что ли? А, нет, это еще так. Восстанавливает 40 ОЗ, повышает шанс критически на 15, когда 3 карты. Надо восстанавливать, что поделать. Так, этого брать не будем, что еще возьмем? Следует за персонажем, каждые 12 секунд применяет магию камня, которая наносит магический урон. У нас и усиленный магический урон можно взять. Секунду, что у нас вообще? А, это все предметы, которые мы можем взять. Физический. Блин, мы физическим уроном даже и не бьем. Физическая 137, магическая 120. Получаемый урон 0,5. Шанс крита 33. Урон от крита 1,5. Так. При получении удара увеличивает магическую атаку. Вот это надо взять. За каждого замороженного врага поблизости усиливает на 40, но не более чем на 120. Давайте вот так. Так, пойдем в мага, получается. Пока все, хотя, блин, если я сейчас предмет не удалю какой-нибудь... Во время рывка. Нет, это надо. При базовой атаке раздает эхо. Это дополнительный снаряд. Это у нас защитный. Это мы подобрали, блин, редкий, обычный. Ну, наверное, лук надо обычный сначала. Да, давайте его уничтожим. Я не знаю, получали я с этого что-то или нет. Давайте сюда. Блин, он у меня 291. Так, а как мне наверх? Я понял, вроде как наверх. Нет, не понял. Я не дотягиваюсь сюда. Блять, хрена задачку задали. Так, появилось это. Блять! Блин, хпшек потерял. Похренище. Так, и дальше куда?
внизу открылись. Да. ХПшек, конечно, попотерял, но я сразу не понял. Да. Это без короны, идем с короной. Хотя, возможно, зря. Так. Ага. Так, там стрелки. Да еще ко мне кто-то телепортируется. Что это за взрывы, я не пойму. Это я взрываюсь, меня взрывают. Так, здесь это. Нихуя себе ты! Так, что тут дали? При рывке бросает кинжал, который наносит физически, повышает шанс крита. Редкий, взять. Блин, я офигевать буду, если я проиграю и все сначала. Вас аж двое. Кто меня молнией бьет? Откуда молния бьет? А, вижу подсветку снизу. Блядь, зацепило. Ну. Ух, блядь. Справились. Легендарный. Шкала этого черепа увеличивается, когда он использует. Используется. Так, давайте сделаем вот так. И возьмем вот так. Нифига себе. Это что? Это какой-то выстрел, а это... Ага. Не, ну это прямо очень сильный. Да. Но мы пока пойдем за нашего маленького мага. Код банкетный, 2-2. У меня всего... 10, так что нет. Просто вас расстреляю, если я могу это сделать. Почему бы это не делать? Опс. Угу. Ты кто? Уф! Чуть серьезно не задело. Серьезно. На, серьезно. Спасибо. Я серьезно думаю, что эти парни из замка собрались убить меня. Ох, серьезно, у меня мурашки по коже. В любом случае, тебе стоит получить от меня благословение. Это серьезное дело. Раз уж мы встретились, я дам тебе благословение. Ух ты, благословение. А у тебя есть деньги? Благословение есть маленький недостаток. Их... Ага. Да, много и не надо. Всего лишь 250 золотых. Это так дешево, как и можно ожидать от повелителя демонов. Я могу легко изменить твои навыки, поверь. У меня к этому есть серьезные способности, давай. Ну да. Что ты мне изменишь?
Чё ты мне изменил? У меня до этого оглушение было, нафига ты мне их заменил? Комысленный темный. Вот именно, если у тебя есть золото, в этом мире становится возможным. Я могу тебе дать благословение в любом. Так, понятно, 470. Давайте еще, ну чё. 3. А, я теперь аж 3 разных у меня. Или нет? Ничего, ни черта не пойму. Все очень интересно, но ни хера не понятно. У меня у одного такое чувство, что он мне только хуже сделал. Нас с тобою наебали. Блять. Ни хера не пойму, что на мониторе происходит, честное слово. Вроде побеждаем, это главное. Блин, я думал, ты снизу его сделаешь. Ага. Так, куда бы мне спуститься? Мне... Я могу, конечно, так их постоять, порастреливать. Молнии. Блять! А это не слишком ли сложно? Блин, промазал. Вы хилитесь, собаки. Развернись, турелька, блядь, ты воюешь не в ту сторону. Я когда вот так вот делаю, я очень медленно иду, когда я атакую. Но атакую очень сильно. Ты кто? Мы сегодня прям день... У нас день освобождений. Мертвый, но ходит. Мир полон сюрпризов. Да, спасибо за помощь. Мне теперь надо тебя наградить, да? Я посланница... А, я посланница тумана. Служу богу тумана. Я подарю тебе его благословение. Вы заколебали меня со своими... О, драгоценный бог тумана, дремучего леса, молю тебя, одари этого скелета благодатью внимательности, чтобы он мог находить у врагов любые слабые места. И что ты мне дала? Прости, я в первый раз вижу другую расу и совсем не одарена красноречием. Что она мне дала-то? Давайте за это побегаем. Я надеюсь, я не проиграю. Блин, билд офигенный у меня. Мне неохота терять. Так. Увеличивает получаемое золото, увеличивает макс ОЗ. Вещь хорошая. Так, секунду, а что это? А, поменять предмет. При базовой атаке раздает эхо, это понятно. Отравляет врага тоже неплохо. Увеличит магическую, надо. А что это сверху у меня? Так, ну у меня вот физический урон, но правда крит повышает.
Ну вот, заражают. В принципе, она хороша. Да тут все хорошо. Вот это только меч, который... Ну, блин, шанс крита сильно повышает. Но опять же, крит на магию, я так понимаю, не работает. Так что давайте вот так поменяем. А это уничтожим. Восстанавливает 35, увеличивает дальность рывка. Так, редкий. О, каждые 15 секунд следующая атака оглушает. Оглушение всегда хорошо в любых играх. Но опять же, каждый раз при расходе 100 золотых физическая атака повышается на 1%, но не более чем на 70. Там вон мумия есть. А ну-ка обновить. Сокращает получаемый урон. Увеличит урон от рывка на 30. При атаке рывком, вероятно, здесь заморозит. Блин, я бы вот это взял. Только мне надо тогда сначала... Просто рывком я пользуюсь. Вот это меня спасает очень часто. Я уже это заметил. При рывке я вот и думал, то, что вот это, чтобы суммировалось вот с тем, что я сейчас возьму. Давайте я вот от этого избавлюсь. Так, да, вот тебя. Блять. Как к вам забраться? А, вот как. Так, это все, да? А куда мне? А зачем я тогда сюда пришел? Вопрос. Если мне сюда же уходить. Блять. Так, ты, собака, здесь лечишь всех. Фу, вроде справились. Увеличивает магическую атаку на 30. Блять, охуенно. Давайте уж в магию идем тогда. Но это наносит физически. Но она мне для рывка хороша. Но хотя я заметил, я всегда сейчас рывок делаю все равно в этом. В полете. И толку от него получается мало. Так, тут сразу босс, да? Ух, ну что, погнали на босса. Кто у нас здесь будет? Хера какой-то здоровый. Говорят, кто-то пробрался в замок. Кто бы мог подумать, что ему удастся пройти так далеко. Я удивлен, это всего лишь какой-то скелет. Скажи, как тебе наш банкетный зал? Никогда такого не видел, да? Такому примитивному демону, как ты, это, наверное, взрывает мозг. И вот ты встретился с капитаном рыцарей и золотой гривы Корлеонской империи, сильнейшим... Сильнейшим человеком на земле и троекратным победителем Корлеонского мужского конкурса красоты. Колхоз, блядь. Я б насчет красоты посомневался. Как обидно. Ты бы смог спасти своего лидера, если бы не я. Я слишком силен для тебя. Позволь представить тебе того, кто подойдет тебе по силе. Адъютанты, рыцари, когда начнется бой? Сестры, ничего, так цыпочки.
Это радость и гордость, рыцарь золотой гривы. Мне нравится его подход. Я к нему пришел, мне сразу двух девок дал. Ничего, так? В натуре класс, но... Заебись. Четко. Шутки в сторону, может. Блять, они слишком шустрые. Блять, самонаводящиеся, серьезно? Блять, не в ту сторону, демон. Блять. У меня хпшек не хватит. Я только-только понял их не атаки. И то немножко. Нет, не понял. Ты в кого там превратилась? Ты что переоделась? У нас БДСМ будет? Блять, а не слишком ли до хрена атак? Все, 6 хп, хана мне. Ух, как ее, а. Ей, наверное, хорошо. Что здесь? Лияна, Лияна? Что с тобой случилось? Ах, вы псы! Эх, вставай, кто он такой? Как у него оказалась сила темного кварца? Пропади ты пропадом, герой. А где герой? Вот беспощадный дурак, его никогда нет, когда он нужен. Что-то не так, он... Что происходит? А, ты типа тупо... Я просто не понял, как читать, что там имелось в виду. Мы в итоге прошли, получается, все? Так. У нас магический билд. Постараемся его придерживаться. Я не знаю, что будет, если я просру. Я надеюсь, я не все сначала буду начинать. Квинтэссенция медуза пристально смотрит вперед и наносит магический урон, оглушая врогов. Это хорошо, я очень часто турельку ставлю. Можно было закомбинить. Я ставлю турельку, и автоматически врубается медуза и оглушает врагов. То есть они не уходят за турельку. Физика нет. При смене черепа увеличится скорость атаки. Нет. При использовании ифрит вызывает огненную бурю, которая наносит магически, поджигая врагов, встает дорожку пламени. Ага. Навыков ускоряет перезарядку всех навыков на 1 секунду, каждые 4. Неплохо. Я навыки достаточно часто использую, вроде бы. Каждые 20 секунд создаю стену, которая держится 5. Стена обнуляет урон, получаемый спереди. Не, мне самая вот медуза понравилась. Ой, бля. Взять. Понятно. Это меня спасло сейчас, я так понимаю. Ряса очень сильно спасает. Если она успела перезарядиться, то это все. Главное 30 секунд прожить. Магическую атаку. Вероятность поджечь. Так, это дополнительный удар. Это магическую атаку. Золото. Не очень, но возможно и нормально. Отравляет врагов. Вот это не ахти. Блин, почему оно обычное на 20%? Это, ну понятно почему, потому что урон от рывка на 30. При атаке рывком вероятность... Но я не атакую рывком, вот в чем проблема. Случайно бьет молнии. Иногда может пригодиться в какой-нибудь это, я, может, буду тупо стоять и бить молнии.
Увеличивает атаку. Ну, то есть, если по мне долбанули, я намного сильнее бью. Давайте я вот это уничтожу. Ну, взять. Почему не могу взять? А, подожди. Это квинтэссенция именно, да? Я думал, при использовании. Так, не, давайте медузу возьмем. Вроде выглядит получше. А турельку уберем. Турелька уже слишком слабо бьет. Так, ну я так понимаю, вторую локацию мы прошли. Странно, что мы обратно появились. Куда мы теперь? Был прекрасный день. С людьми был недавно подписан договор о перемирии, и вот я направилась к Орлеонскому замку. Тот факт, что процесс подписания договора прошел без сучка, без задоринки, заставил меня усомниться во многих вещах. Я хотел разобраться во всем этом. К Орлеоне полным ходом шел совершенно ненужный банкет. Но почему-то никто не выглядел счастливым, как будто они были чем-то недовольны. Чтобы выяснить причину, я затесалась в толпу и стала подслушивать разговоры людей, похожих на офицеров. Они выглядели серьезными людьми, и я подумал, что смогу что-то разузнать. Это оказалось пустой тратой времени. Они лишь глумились и насмехались над первым героем. Похоже, они просто ему завидовали, жалкие людишки. Почему люди не меняются? Когда их убогость мне наскучила, я решила пойти куда-нибудь в другое место. Вот тогда я увидела маленького мальчика. Он выглядел сердитым. Думаю, он слышал, что они говорили про первого героя. Мальчик хотел быть похожим на первого героя, ведь первый герой был его кумиром. Мужчина закончил разговор и куда-то направился. Неужели он попытается ему отомстить или попросту... попросит его извиниться перед первым героем. Будь это кто-то другой, мне бы и дела до него не было. Но после рассказа короля демонов об этом мальчике мне стало любопытно, поэтому я отправилась за ним. Мужчина, за которым шел малыш, пошел не домой, а к противоположному краю банкета. Затем он стал выполнять какие-то подозрительные действия, и вдруг появилась тайная дверь. Мужчина оглянулся по сторонам и пошел к двери. Тайная дверь посреди Корлеона, куда она ведет? Пока я обдумывал эту мысль, мальчик последовал за мужчиной, а у меня не было ни единого шанса его остановить. Он даже не был напуган. Может быть, это была смелость героя-ученика? Меня увлекала его храбрость, и сама того не заметив, я тоже направилась к двери. Так, 3-1, да. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. А, ну это Скол. Они сделали из тебя подопытного? Нет им прощения, этим алхимикам. Насколько далеко они зашли с тобой? Они поместили что-нибудь в твое тело, из-за этого многие взрывались, когда пытались убежать или оказывали неповиновение. Держи ухо востро, если сможешь пройти мимо них, скоро будем на свободе. Что значит, ты идешь внутрь? Ты сошел с ума? Подожди. Сперва я выберусь наружу и позову армию короля демонов. Берегись, созданных ими големов. Не вздумай погибнуть первым. Так, понятно, кто у нас здесь? Ты, а у нас 11 всего, да? Ну, все ясно. Так, и на этом мы закончим, в принципе, эту серию. Хорошо достаточно у нас прошло. С первого раза прошли вторую локацию. Я уже думал, пипец. Я очень боюсь, что я сейчас потеряю все это, и мы начнем все с по-новой. Это будет полный бред. Ну вот. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться, ставить лайки, а также комментировать. Не забываем, что выпуски на Boosty выходят раньше. Не забываем, что на Boosty также есть доступ ко всем отснятому материалу по второму уровню доступа. Ну вот. И не забываем приходить на стримы. На стримах мы проходим всякие игрушки, также играем в Payday. Наверное, мы еще играем с женой в Payday к тому времени, как выйдет этот выпуск. Ну вот. И все. Всем спасибо. Всем до следующих видео. Всем пока.